Только на первый взгляд может показаться несущественным, а ответ шуточным. А по-моему, и вопрос, и ответ ничуть не хуже, чем все остальные. Есть такое мнение, что поступки президента ему несут многочисленные папки с надписью «Совершенно секретно». И вот там все тайны мира. И что вы знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне, самые зеленые человечки. Марьян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас? Сколько их среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.